Конечно, ВАЗовская пятерка далеко не гоночный болид, но управлявший ей правонарушитель, уходя от преследования полицейских, всеми силами старался доказать обратное. Осознавал ли злоумышленник опасность своих маневров для окружающих, не говоря уж о себе, сказать сложно. В ходе погони водитель, разогнавший свое видавшее виды авто до пределов технических возможностей, так и не смог оторваться от патрульной машины. Тогда нарушитель, полагаясь на знание местности, свернул в частный сектор и, не снижая скорости, помчался по ухабам. Достигнув одного из поворотов, водитель заглушил мотор, выключил фары и попытался сбежать. Но бегал он так же плохо, как ездил. Злоумышленник был задержан, от прохождения медосвидетельства не отказался, а еще выяснилось, что он был лишен права управления транспортным средством. В отношении мужчины 2003 года рождения был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях, а автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.